Кто из нас хоть раз в жизни не испытывал трудностей с управлением собственными эмоциями? Чувство гнева и злости каждому знакомо с детства. И очень важно, как можно раньше научить детей справляться с ним. Хотя бывают такие ситуации, когда ни родители, ни учителя, ни даже психологи не знают, как вести себя с агрессивным малышом или бунтующим подростком. И именно поэтому на тренинге собрались все заинтересованные в данном вопросе приемные родители, воспитатели и педагоги. Однако нельзя научить ребенка делать то, чего сам не умеешь. Поэтому главная цель семинара для многих стала несколько неожиданной. Она заключается не столько в том, чтобы дать какие-то практические приемы на умение, да, сформировать какие-то умения по контролю гнева, а сколько для того, чтобы запустить вот этот процесс понимания, осознавания, что мне нужно с этим справляться. И когда человек это понимает, что у него есть такая проблема, ну, в той или иной степени, да, он уже будет работать над этим постоянно. То есть это просто запуск вот этой внутренней программы по работе над собой. Ведущая курса Нина Белова, преподаватель и тренер Фонда «Здоровая Россия» Российского комитета «Детские деревни СОС» в Кандалакшу приезжает уже в третий раз. Однако встречу, посвященную данной теме, проводит впервые. По ее мнению, нельзя преуменьшать роль негативных эмоций и умение с ними справляться. Ведь именно способность контролировать себя и помогать своему ребенку с самоконтролем – залог успешного воспитания и правильного развития личности. Во время прохождения курса «Управление гневом» родители и педагоги, работающие с детьми, научатся лучше осознавать свои эмоции, возникающие в сложных ситуациях общения, понимать их причины, контролировать действия, вызванные злостью или гневом. Семинар рассчитан на 2 дня, и завтра его участники соберутся вновь для продолжения обучения и подведения итогов курса. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.